Я передаю слово снова в Соединенные Штаты Рите Фельдман. Я спою свою песню на стихи из Фейсбука. Я не нашла автора. Если кто-то просто вышло в ленте вот это стихотворение, то ли я проморгала автора. Если кто-то знает, пожалуйста, дайте мне знать. Да, он, конечно, женат, но с ним интересно. Тонок, умен, ироничен, на грани цинизма. Если бы он не был таким неофитом нацизма, я бы решил, что мы с ним из похожего теста. Он превосходно играет ноктюрны Шопена. Он разбирается в снах и строении клетки. По воскресеньям встречаемся мы непременно. В парке за шахматной партией в тихой беседке. Он осторожен в ходах и в словах осторожен. Яркий образчик самой европейской системы. Мы обсуждаем с ним самые разные темы. Но не политику, этот расклад невозможен. Что мне политика, ползать вслепую по краю? Я максимально лоялен к меняемой власти. Даже в газетах я этот раздел пропускаю. Были бы ноги в тепле, свежий кофе и сласти. Впрочем, я слышал, у Менделя вышибли двери. И в двух кварталах отсюда избили старуху. Мой визави утверждает, что все это слухи. И у меня нет причины ему не поверить. Может добавить к десерту глоточек агора? Разыскать телефон под забытой подруги. Мокнет в беседке пальто из белейшей ангоры. С грубо нашитой звездой из желтой дерюги. Ух, как здорово! Ой, как здорово! И что самое страшное, что я почти до конца не понимала, что эта песня написана, стихи, по крайней мере, написаны давно. Давно. У меня было полное впечатление, что... Я не знаю, это давно или сейчас. Сегодняшнее. Так я не знаю, это давно или сейчас. Он просто недавно вылез на... В Фейсбуке у меня в ленте, у меня сразу же там мелодия как-то родилась. А чье это стихотворение? Я прямо вот. Если вот, кто-то... Очень, очень здорово, очень здорово. Кинь мне в личку, пожалуйста, в этом... Стихи? В Фейсбуке стихи, если Хорошо. Можешь. Конечно. Спасибо, Рит.